«Внимание, пешеход!» Акцию под таким названием провели сотрудники Ивановского ГИБДД. Экипаж ДПС остановился на проспекте Строителей возле школы номер 50, чтобы проверить, пропускают ли пешеходов на переходе. Инспекторы останавливали автомобили и беседовали с водителями о проблеме пешеходов на проезжей части. Водителям также вручали специальные стикеры-напоминания. Мы привлекаем внимание как водителей, так и самих пешеходов придерживаться правил дорожного движения и переходить дорогу в установленном месте, а водителей пропускать, соответственно, пешеходов. По словам сотрудников ГИБДД, в последнее время ситуация с травматизмом пешеходов усугубляется. Водители не пропускают пешеходов, а те, в свою очередь, игнорируют специальные переходы «Зебры». В городе Иваново за последние 10 месяцев произошло 315 наездов на пешеходов, из которых 149 на пешеходных переходах. И по вине самих пешеходов произошло достаточно большое количество ДТП, в которых погибли 11 человек. По сравнению с прошлым годом погибших было 5. То есть тяжесть последствий растет. В ходе проведения акции не остались без внимания и юные участники дорожного движения. С ними также проводились разъяснительные беседы по соблюдению ПДД. Инспекторы подчеркнули, что работа должна проводиться в оба направления, иначе эффект от профилактического мероприятия не будет достигнут. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.